Всем привет! Так, мы сейчас будем держать путь на СТО. Я решил это все запечатлить на, так сказать, регистратор автомобильный наш телефонный. О, так вот вроде нормально, да? Ну, я к тому, что нормально не падает, стоит, и что-то видно. Дорогие наши телезрители и зрители, снимает он сейчас? Вроде снимает. Так. Получается, не зарядит нам, да? Колонка. Колонка, да. Ну, шнурочек тут есть. Давай похлопаем музыку. Находи музыка. На улице очень сильный ветер сегодня. Так. От Мазды ключ. Чуть не упал. Чего? Из-за ветра? Похоже. Вот, у меня есть тут маленький шнурочек, но у нас зарядки только. А где эта колонка есть? В этом бардаке. А вот она нашлась. Смотри-ка, может сейчас мы зарядим, чтобы на обратный путь она снимала. Она зарядит. Если она зарядит, нам надо включать, чтобы она заряжала. Сколько там? А, колонка севшая сама. Еще она не зарядит. Колонку надо забрать домой. Зарядить ее дома. Короче, без зарядки мы. У меня глубоко еще как. По памяти поедем. Все, вообще важно. Сыпочка. Лобью учил, без повока идёк, хозяин, но без повока идёк, да. А знает, куда идти. Сыпочка знает, куда идти. Воду не залил, все кланователи. Человек бегал за бабушкой. Так, едем мы на СТО смотреть на тормозной суппорт левого переднего колеса, так как был замечен нагрев колеса после того, как я на машине проехался порядка 50 км, то колесо довольно таки сильно нагрелось. Как я посмотрел в инете, это суппорт тормозов. Суппорт тормозов. То есть он заклинивает колодки, надавливает на них и не отпускает их потом.
сегодня у нас очень тепло. Плюс 11, 24 января, нетипично тепло. Да. Да, я чувствую, что долгим этот клип не получится, так как на телефоне мало памяти. Свободное было. Что получится, то получится. Это городок наш. Тут мы обычно пешочком в магазинчик ходим. Автосалон наш, фольксвагеновский. Тут всякие фольксвагены, ауди. Ауди машины. Машины. Автосалон, автомобильный салон. Ну и на фоне того, что сильно тепло, еще и сильный ветер. И такое впечатление, что дождь будет. А куда он поехал? Без понятия, Саша. Свалка. Да не свалка, это металлолом. Туда сдают старые машины на металл. И сломанные. И сломанные, которые дорого чинить, да. Они тоже отправляются на металлолом. И как забыл, а он не починил. Которые долго чинить, те не чинят, а покупают новую уже, сломался или что. Ветер сдувает машину. Прям так нормально чувствуется, как ее шатает. У нас еще резина высокая. Ого. Ты слышал? Да. Я увидел хвою, как машину купает Apple. Ну, у нас не высокая, хоть она. Была бы выше, ее бы еще сильнее шатало. Так вот, когда мы ехали на море, то на автобане я чувствовал, как машину шатало. Вот, так вот, суппорт в этой машине, я посмотрел, состоит из двух как бы цилиндров, которые гидравликой за счет тормозной системы выдавливает колодку на диск на тормозной. И как бы эти цилиндрики должны возвращаться потом, когда тормоза отпускаешь. То есть сейчас как бы колесу тяжелее крутиться, машина типа больше хавает. Колесо все время подклинило, то есть оно нагревается. Вот сейчас вот, интересно, оно успеет нагреться за эти несколько км, которые мы тут собираемся проехать. Вам как пойти, ага.
такой мы едем. Ну, смотри, дверь у него что-то открывается. Да. Не там, где надо. Вот этого еще сильнее на трассе качали. Да. Не нагружен. Смотри, телефон еще снимает. Может, нам удастся даже всю дорогу заснять. Старинный поезд стоит. Тягач. Мы уже почти доехали. Какие-то километра три, наверное. Зона, где уже 50. Этот сюда едет. С этой машиной все время едем. Мы заехали, папа. А тут наши пути расходятся. Сюда. Вот. О, смотри, он украинская машина. Да. Украинский длинномер какой-то. Смотри, как махнул в каях, на землю. Смотри, махнул на землю. Так, все, прибыли. Куда положить? Прибыли. Вот из того, куда мы ехали, сейчас пойдем туда. О, смотри, автобуса нету, Сашка, который мы тогда снимали. Все, уже не поснимаем. Вот это вот аудюха мне нравится. Так. Я. Вытаскиваем телефон наш. КПЭК.